Телекомпании растут как грибы, и в каждой деревне обязательно есть своя телекомпания. Желающих вот приходить на телевидение и чего-то делать масса, тысячи их. И понимает ли журналист, что он паразит? Да, нет, да. А ты сейчас просто скажешь следующую умную мысль, а я держу паузу. Кто ведет? Открытый региональный телефестиваль «Инголь» возродился. Телевизионщиков ждет обнищание, а у телезрителей появятся новые возможности. На тему ТВ сегодня и завтра спорят москвичи и регионалы. Большое к вам такое вот какое-то, не знаю, пожелание со стороны, ну, человека уже все-таки 35 лет разговаривавшего с людьми, самыми разными. Вы немедленно получите в ответ не только информацию, но и благожелательность и искренность, если сами будете благожелательны и искренне. Если же это дежурное сование в рот там или еще в какое место кому-то своих вот этих вот железок, ну и получается то, что, к сожалению, мы видели во многих и многих работах. Поэтому то, что сегодня будет награждено за искренность и благожелательность, за профессионализм.